Чебоксарах возобновили расследование давнего уголовного дела о пропаже двух молодых людей. Их тела обнаружили накануне в реке Волга. Без вести пропавшего в 2006 году молодого человека и его знакомую обнаружили в салоне автомобиля, который находился на дне реки. Машина затонула неподалеку от городского пляжа в районе улицы Афанасьева. Обстоятельства гибели людей пока выяснить не удалось. У следствия множество версий. Их поиски велись на протяжении 11 лет. Пропавший автомобиль обнаружил чебоксарец во время подводной рыбалки. Операция по извлечению машины из воды длилась несколько часов. На месте происшествия работали водолазы и речной кран. 27 июля после подъема автомобиля и доставления его на берег в салоне были обнаружены тела предположительно пропавших без вести парня и девушки. При осмотре салона машины были обнаружены паспорт и водительское удостоверение на имя молодого человека, а также свидетельство о государственной регистрации автомобиля. В связи с появившимися новыми сведениями, первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета по Чувашии расследование уголовного дела возобновлено. Назначено медицинский и решается вопрос о назначении автомобиля. Технических судебных экспертиз.